Привет, я Чихуахуа Софи, и ты на канале Magic Pets. А я Покемон Юмичу. Подписывайся на канал. Да, подпишись. Ань, а мы давай сегодня покажем топовые подарки. Подпишись. Юми, мы уже все сказали. Да, Ань, мы насобирали очень много топовых подарков. Давай посмотрим. Ну, давайте. Подпишись. Юми, хватит это повторять. Лайк, Миша, лайк, Миша, лайк. Девочек сегодня, видимо, заело. Тогда я пойду за вашими топовыми подарками и скоро вернусь, хорошо? Я скрыла пранк. Аня нас разыграла. Какой еще пранк, киса Алиса? Она сказала нам, что завела нового питомца. У нас и так есть два хомяка, куда нам еще крысы и мыши. Но я раскрыла ее пранк. Я нашла ее оружие. То есть ты думаешь, киса Алиса, что Аня нас... разыграла? Серьезно? Кисалис, по-моему, ты ошибаешься и на самом деле. Ничего я не ошибаюсь, тетя Софи. Теперь я точно знаю, что это был пранк над нами. Аня нас разыграла, а мы как дураки поверили. Блин, чё, серьезно это был пранк? Девочки, по-моему, ребята не совсем понимают, о чем вы говорите. Ну, короче, сегодня на главном канале Magic Family вышло видео. Аня завела крысу. Жирную и страшную, и мы должны были ее поймать. И я ее ловила больше всех. А оказывается, это был розыгрыш. Но все-таки не факт. Мне кажется, подписчики должны помочь. Да, пойдите и посмотрите этот ролик. И скажите, это был розыгрыш или у нас на самом деле в доме страшная жирная крыса. Даже я ее испугалась. Я оставила ссылку вам там в описании. Если это был пранк, то я обижусь. Киса Алис, по-моему, лучше бы это был пранк. Нам не нужны крысы. Так, ребята, вот в этой красной коробке топовые подарки от Анцифровой Маши из города Москвы. Кто выбрал этого милого кролика? Он очень необычный, цветной, такой пушистенький. Это мой будет кролик, это я его выбрала. Хорошо, киса Алиса, забирай себе этого кролика. Вообще-то его выбрала Юмичу. А мне Маша прислала вот такие вот часы с фламинго. Я же сейчас все с фламинго собираю. Часы крутые, а вообще-то кролика выбрала я. Неправда, Юмичу, кролик мой. Киса Алис, так нечестно, кролик мой. Нет, кролик будет мой, я его выбрала. Все, Алис, отстань, кролик будет мой. Потому что я первая сказала, что кролик будет для меня. Ну ладно, если хочешь, забирай. Девочки, не ругайтесь. Я на вас на всех обижусь и буду сидеть в коробке, ясно? Девочки, не ссорьтесь, у вас что сегодня, плохое настроение у всех? Ань, да не обращай внимания на них, давай дальше. Да, давайте лучше посмотрим, какие топовые подарки вы выбрали от Саши из Гомеля. Да, я отлично помню эту посылку, потому что я выбрала кусок мяса. Вообще-то я его выбрала. Юмичу вечно все себе забирает, она жадная. Киса Алис, я думаю, то, что выбрала Юмичу, тебе было бы и неинтересно. Это стейк. А мне вы выбрали вот такие вот милые наушники с морковками, спасибо. Кусок мяса будет мой. Юмичу, но его же выбрала Софи. Я маленькая, я ребенок, мне нужно уступать. Юмичу вечно этим пользуется. Вот я же говорю, она жадная. Киса Алис, ну Юмичу же твоя подруга, зачем ты так про нее? Я не буду дружить с жадиной. Я на вас обижусь, я не жадина. У тебя и так, Юмичу, полно игрушек и вообще всего, так что кусок мяса будет мой, понятно? Правильно, Софи, воспитывай мою дочь. Ну, тетя Софи, ну пожалуйста. Нет, Юмичу, все, отстань. Так нечестно. Ребята, хватит уже ругаться. Давайте лучше посмотрим, какие подарки топовые вы выбрали из посылки от Саши из Перми. Вот именно, хватит ругаться, что вы как маленькие. Нечестно. Мы выбрали календарик с кошечками, потому что у нас есть кошка Киска Алиска. На 2018 год. Очень красивый. Я не кошка, я собака, понятно? Хватит меня уже кошкой называть. Для Рики и Лаки мы выбрали лакомство. Ох, Рики и Лаки. Мне кажется, у меня аллергия на хомяков, и их придется отдать. Но я еще проверю. А это что? Вешалка и вот такая вот клевая игрушка. Это я ее выбрала. Она просто гигантская. И она будет моя. Юмичу, опять начинаешь жадничать. Это я, между прочим, люблю такие игрушки. Этот монстр-бобер будет мой. Девочки, ну хватит ругаться. Я заберу его себе в свой штабик. Нет, Юмичу, иначе ты будешь наказана. Раз ты говоришь, что ты ребенок, ты будешь наказана, понятно? Я не хочу быть наказана. Но монстр-бобер будет мой. Папа и мама Миша и Эйвен вообще не занимаются твоим воспитанием, по-моему. Все у меня нормально с воспитанием, бобер мой. Я отнесу его в свой штабик. Ладно, ладно, неси его в свой штабик, а там посмотрим. Вот и все. Так, хватит ругаться. Монстр-бобер будет лежать тут. Давайте лучше посмотрим, что вы еще выбрали. Вот такие вот прикольные канатики. Очень большие, мне кажется, они для крупных собак. Смотрите, какой красивый цвет, такой бирюзовый с беленьким. А почему для крупных? Не обязательно для крупных. И вот такая вот заводная мышка для кисы Алисы. Тетя София, ты куда? Я тогда себе канатик маленький заберу. Давайте киску Алиску подразним этой мышкой. Нам уже хватило мышек в доме вчера. Киса Алис, смотри, какая мышка. О, кошмар, ужас. Она что, живая? Прям как вчера у нас дома была крыса, она бегала, только она была огромная, жирная и черная. А эта маленькая и красная. Может, тогда вчера все-таки был не пранк, а настоящая крыса? Киса, Алиса, смотри, какая мышка. Точно, значит, это игрушка, поэтому она маленькая и красненькая. А вчера
В нашем доме была настоящая крыса. Значит, Аня нас не разыгрывала. Из шесть подарков мы выбрали спиннер в твою коллекцию спиннеров и майнкрафтовского чувака. Если честно, я не знаю, кто это такой. А мышка прикольная. А это топовые подарочки от Арины из Москвы. Так, и что же вы тут выбрали? Ух ты, какой классный голубенький пледик с собачьими лапками. Такой мягенький, красивый, тепленький, уютненький. Да, Ань, но пледик еще не все. Ладно, ладно, ну прям поговорить нельзя. Я смотрю, тут вы выбрали уж очень много игрушек. Цветной канатик. Это Софи себе выбрала. Синий мячик. А это Эйвен себе выбрал. Сарделька вот такая вот улыбающаяся. А это я выбрала для Миши. Она же любит что-нибудь погрызть. Вкусняшечки для Рики и Лаки. Да, мне кажется, им будет вкусно. Еще один розовый шарик-канатик. Я думаю, это для тебя, Софиш, да? Да, канатик я себе выбрала. И снова две маленьких вот таких вот мышки для киски Алиски. Это я выбрала. Ну, и тут еще куча всяких маленьких мячиков. Можно мячики будут? Ну и мячики для всех, они будут общие. А мне мяч в кань. Вы из этой посылки вообще все себе забрали. Юмичу, хватит быть жадиной такой. Я хочу этот мячик. У тебя уже один мячик во рту. Да я тоже вот этот хочу. А я еще вот эти хочу, вот эти все хочу мячики себе. Похоже, мне не достанется мячиков. Юмичу и Софи забрали все себе. Ань, можно же мячики мне забрать все, да? Нет, вы поделите их пополам. Не жадничай, Юмичу, ну правда. Юмичу жадина. Я не жадина, ну я не жадина. Точно, нам пора заняться воспитанием дочери. Давно пора, я вам говорила. Эта гигантская коробка пришла из города Щигры от Лизы. И мы уже выбрали топовые подарки. Точнее, сложно сказать, что это топовые подарки. Это нечто очень необычное. Что же там такого необычного? Сейчас ты все не увидишь своими глазами, давай скорее открывай. Тут в пакетике полотенчика. Вот такое вот с собачками, новогоднее. Я так думаю, эта посылка шла к нам к Новому году, но дошла только сейчас. На полотенчике нарисованы чихуа, вельшкорги и сенбернар. Обязательно используем его в следующем году. Так вот, почему вы сказали, что эта посылка необычная. Тут целый дом, сделанный своими руками. И не только дом, Ань, возьми вот эту коробку. Так, какая-то коробочка, обмотанная ленточкой. Красивая, сейчас посмотрим, что там. Тут у нас мешочек маленький с игрушечками всякими для вас. А еще тут самые разные разноцветные ленточки ваших цветов. Между прочим, она даже сняла видео про эту посылку, если ты не видела. Нет, я не видела. А это что такое? Это бассейн, Ань. Бассейн? Прикольно. Это для нашего мини-города, видимо, да? Тут ваши очень красивые портретики. Как всегда, такие милые. А я нашла мячик, мячик, мячик и мышка. Так, давайте посмотрим, что же это за дом такой. Я думаю, это дом для нашего мини-города, который мы собирались сделать. Тут такая вот веревочка, и разматываем ее, и что же там у нас внутри? А внутри розыгрыш пранк. Хотел украсть мои деньги? Да, меня разыграли. Прям как ты нас с крысой. А с чего ты взяла, Юмичу, что это был розыгрыш? Подписчики посмотрят и нам скажут правду. Вот такой вот красивый домик она сделала, очень прикольно. Может, все-таки доделаем наш мини-город, а? А что же в этой волшебной коробочке? Давайте посмотрим, я сейчас ее открою. Ой, 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 посмотрите, что происходит с ней. Она сломалась. Аня, ничего ты не понимаешь, она не сломалась, это DIY крутой. DIY? Это коробка сюрприз, смотри. А, я поняла, она распускается как цветок, и вот здесь, например, в карманчике ваши рисуночки маленькие. Да, и в каждом типа кармашке какой-нибудь прикольный сюрприз. Юмичу, ты так похожа? Понятно, я поняла. А если открыть вот это, тут получается вот такая штука. Блин, это же так сложно делать, мне кажется. Это очень сложно. Работа. Давайте посмотрим, что с этой стороны. С этой стороны такой кармашек-кошечка, а в нем небольшое письмо. И еще там что-то есть. Вот такой вот салатовый конвертик с кошачьей лапкой. А здесь у нас что? Здесь вот такие вот котики цветные. Очень прикольно. Так, переходим к следующему лепестку. Здесь у нас такая открыточка с сердечками и рисунками и наклейками. Желаю счастья. А если ее загнуть, там будет «Пусть сбудутся все мечты». И вот такой красивый рисунок и божья коровка. Очень прикольно. Как это сделать все? Это же так трудно. Я бы никогда не решилась. А здесь у нас спичечный коробок с мороженкой, в котором браслетик. Розовый браслетик, резиночка Magic Family. А здесь у нас что? «Открой с любовью». И стрелочка. Открываем Magic Pets. А в центре этой волшебной коробки сюрприза сердечко, мышка для киски Алиски. Хотя, может быть, мне мышку забрать? А еще тут вот такой вот мячик. Мячик будет, но если Юмичу,
Ладно, ладно, я не жадина. Еще здесь у нас письмо. Точно, канал называется Лиза Тьюб, и у нее уже больше 60 тысяч подписчиков. Вот где можно найти это видео. Ну и тут котик с большим лайком. Ставьте лайк. Иди скорее смотри пранк крысы на главном канале. И не забудь подписаться на наш инстаграм. А я пошла на Анином канале видео смотреть мистическое. Оставь лайк, если ты не редиска. И скорее жми подписку. А еще там есть колокольчик. Если ты его нажмешь, снова в первом увидеть наш ролик. Первым под ним оставить свой коммент. Значит, возможно, 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 он наше видео вдруг попадет. Юля, остановись. Ой, ну хватит.